Согласно контракту, строительно-монтажные работы на объекте музея ВДВ должны быть завершены 15 июля. Но из-за возникших у подрядчика трудностей сроки сдачи сдвигаются на сентябрь. Среди причин – финансовые сложности, а также увеличение сроков поставки оборудования и материалов. Основное здание музея уже возведено. Сейчас благоустраивается территория вокруг комплекса, отделываются внутренние помещения, устанавливаются световые опоры. Как рассказали в Управлении культуры, в интерактивных зонах музея могут быть использованы технологии дополненной реальности, с помощью которых посетители смогут совершить виртуальный прыжок с парашютом. Памятник «Воронеж Родина ВДВ» был построен в Парке Победы в 2010 году. Он установлен на месте высадки первого воздушного десанта, состоявшегося 2 августа 1930 года.